Клара, сегодня Яра стала чуть свободнее. Адмирал мертва. Это серьезный удар по армии. Антон наверняка захочет отомстить. Будь осторожен. Я осторожен. Говорят, в армии Кастильо много дезертиров. Кто знает, возможно, скоро он решит сдаться. Все мечтаешь, Клара? А то, конечно. Дани, верстак справлялся о тебе. Давай, навести его. От тебя пахнет, как от гауча. Хуан, ты сам-то в этом году принимал душ? Зачем, когда можно постоять под дождем? Ты хорошо поработал в Мадругаде. Может, в честь... Saoradio.
Клара. Я отправляюсь в Аль-Ядеора. Отлично. Осталось найти Максимас Матансас. И как ты о них узнала? Мы с Талией возглавляли первые протесты против Кастильо, а Пауло собирал диссидентов. Но после беспорядков в Эсперансе мы не общались. Помню те беспорядки. Куча народа пострадала.
Вот и форт. Похоже, тут лет 100 никого не было. Эй! Максимус Матансас! Далее! Может, оставили записку? Кто-то тут точно был. Они указывали путь другим. Клара, Максимус Матансас и правда были в форте. Здесь явно стреляли, и повсюду горы мусора. Узнаю их. Выяснишь, куда они ушли? Си. Отследить их несложно. В этом-то и проблема. Рапидо, Дани. Сквоттер. Похоже, оказался не в том месте, не в то время. Они пытались использовать это? Идиоты. Пленник. Нет! Нет! Он! Давлю щит! Мне нужна помощь. Энемиго, стреляй! Черт, черт, черт! Диос! Прошу, нет! Тебе крышка! Спасибо большое.
Музыка. Это Максимус Мотансис. Кохонес. Их нашли раньше меня. Не спать, Дани. Финга. Надеюсь, я не слишком поздно. Клара, я нашел Максимус Мотансис, но солдаты Кастильо меня обошли. И, похоже, решили порезвиться, прежде чем звать подкрепление. Делай, что должно, давай. Любой цель. Гранада!
Похоже, на этом все. Да, да, уже иду. Не разрежешь или как, караха? Инга! Ты, наверное, Талия? Ходу! Какого? Слушай, можно я его возьму? Нет? Да? Эй, чел! Ты спас Максимус Матансас! Самую балдежную группу в Яре! Я сам собирался этим заняться, но никак не мог перестать рыдать. Уйди с дороги. Я бичо, слышь? Я мексиканец! Вытащи меня отсюда! Я знаю, ты слышишь. А ты будешь хорошо себя вести? Mi amor? Убью тебя! О, а я думала, ты хочешь спрятаться, как цикло. А ты хочешь сдохнуть, не увидев Штаты? О, ты крутой! Паоло, как самый настоящий мужик спрятал свою подружку в вонючем болоте. Вот же пута! Конью! Это лишь прелюдия. Ну все, все. Вы слышали о Либертад? Клара Гарсия хочет... Мы были Либертад еще до Либертад. Кто, думаешь, привел Клару на первый митинг, вытащив ее из сраной библиотеки? Мне плевать. Клара знает, нудные речи не убедят яранцев вступить в Либертад. Ей нужен голос. Не парься, Талия гонит, прям как ты. Добро пожаловать в лагерь Максимас! Животные! Эй, народ! Сальдадос больше нет! Все, выходите! Клара, хорошие новости. Максимус Матансас целый, и у них неплохой лагерь. Плохие новости. Им насрать на Либертад. Потерпи, Дани. Они через многое прошли. Нам не победить Кастилью без голоса Талии и выдержки Паула. Тебе лишь нужно им немного помочь. Ладно, Клара. Надеюсь, ты знаешь, во что меня впутываешь. Этого Дани прислали, чтобы помочь. Мне не нужна помощь, Клара. Thank you.
Паулу, как всегда, занят, да? Прислал тебя мне помочь? Ты все равно трепло. Думал, тут будет меньше народа. Они тоже музыканты? Талия ищет тех, кто готов пойти против Министерства культуры. А я слежу, чтобы они не самоубились. Думал, я тут один недоучка. Папа вел строевую. В семье 5 поколений вояк. А ты что? Вышибли. Папа узнал, что дочь стала, как он сам сказал, уродом. Черт. Вояки не любят ранцев. Мне свезло. Талия поймала на краже, но не сдала меня. Парила Деку. Либертат может помочь вам всем. Либертат? Кастильо выиграл. Мы начали протесты. И что толку? Клара пошла играть в партизан. Талию загнали в сраную академию Маркесы. Пришлось спасать, но теперь я должен. Кому? Бэмби. Контрабандисту. Как расплачусь, мы с Талией сразу свалим. Давай помогу, Паула. Давай без подачек. Ладно. А ты что, не в армии? Врезал сержанту по горлу. Не надо меня будить. Секунда. Бэмби в церкви. Дани, это Талия. Ага, теперь ты хочешь поговорить? Нет, повидаться. Жду тебя в зоопарке у Лоботидора, той самой горки. Если это какая-то шибанутая свиданка... Живо сюда. И ни слова Паулу. А то он опять потащит меня в болото. Пошла. Хорошая лошадка. Потише. Но!
Ну! Ну! Транспорт скоро будет. Спасибо. Нужно помочь Паулу отдать долг какому-то контрабандисту по имени Бэмби. Дани, сделай все, что в твоих силах. Вспомни, какой лагерь Паулу смог разбить, пока скрывался. Если он решит сражаться, то сильно поможет Либертат. Принято, Клара. Ты Бэмби? Грешника видно издалека. Сложно поздороваться? Осторожно, Дани Рохас, а то продам твои потроха Янки. Если я пристрелю тебя, долг Паула исчезнет. Нет. У тебя есть принципы. Ты не убийца. Мерда. Твоя правда. А как насчет тебя? Я убиваю и повстанцев, и солдат. Это бизнес. Легко делать вид, что ты сам по себе. Мой отец был повстанцем в 67-м. После Ла Революсьон он надел военную форму. Прошло 30 лет, и вот тебе на. Новая Революсьон, новые повстанцы. Они отблагодарили его пулей в лоб. Он лег в землю в той самой форме. Ты готов надеть свою форму, Рохас? А ты свою? То есть... Ты уже не одет, как священник. А ты не промах, Рохас. Мы договоримся. Чёртов Бэмби. Ну и ценник у Рома Аргулья Дель Торо.
Зато качество супер. Короче, Рохас, забери ключ у моих деловых партнеров. И где они? В отеле. Их зовут Дмитрий и Василий, близнецы из России. Чтобы тебе было проще, сейчас отправлю фото. Как ты добр? Говорят, что доброта – самая подлая форма манипуляции. Задача простая, Рохас. Достань ключ, и Паула скажет тебе спасибо. Знаешь, мне куда важнее разобраться с его долгом. Как и нам всем, Рохас. Особенно мне. Когда я принесу тебе ключ, ты простишь Паулу долг. Ясно? Целую, Рохас. Пока. Я подумал, стоит сказать тебе, что в отеле могут быть солдаты. Могут? Эй, я лишь пытаюсь помочь. Помочь? Обычно ты используешь людей. А, сочту это за спасибо. Однажды меня сбросили, с кем
считать моего брательника. Мы с Васяном сами по себе. Не гони! Да? А может, нахер ты пойдешь? Может, хочешь искупаться, как твой братец? Мы, русские, более смелые, чем тебя. Они тебя жизнь, а жизнь дерьмо. И мы принимаем это такое. Это мы проверим. Вы сраный предатель! Вижу русского. Но кто это, Дмитрий или Василий? Черт, яд. Эти животные точно очень злые. Давай, Гуа. Спасибо. Get out!
Бэмби. Ах ты, ходопута. Ты нашел мой ключ. Си, у твоего мертвого русского друга. В общем, Рухас, это ключ от сейфа в отеле Вилла Худия. Там будет книга в черной обложке. И что же в ней? Свобода Павло, в частности. Черт! Ты жива. Эй, я что сказал? Вперед! Гуапо, иди. Запретная зона.
сюда! Вот и отель. Солдатня уже здесь. Какой сюрприз. Бэмбе, я в отеле, и тут целая армия. Но ты наверняка в курсе. Маленькие сюрпризы делают эту жизнь увлекательней. Давай без демагогии. Ты хочешь, чтобы я прикончил солдат? Видишь, вот поэтому ты мне и нравишься, Рохас. Убивай их не ради меня, ради Паула. Маталос. Крокодил! Сильно! Можно быть! Сейф в ресторане.